Горожане задают вполне резонные вопросы. Откуда берутся такие цифры в квитанциях? А главное, за что? С последними изменениями в сфере оплаты появилось много недопониманий. Чтобы их устранить, по инициативе администрации города Оренбурга создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать правильность начисления оплаты за услуги ЖКХ. Каким образом будет осуществляться этот контроль, пока неизвестно, но специалисты надеются, что порядок все же наступит.